лягушонка. Лягушонку было одиноко. Лягушонок мыкался и хныкал. И однажды он увидел тыкву и спросил ее: «А вы ква? Кто ква?» Лягушонку отвечает тыква: «Нет, на вы я как-то не привыкла. Тыква, тыква, называй меня. Мне всего-то 3-4 дня». Лягушонок говорит: «Ква-ква, я могу сказать хоть сотню ква, только тыква, кто ква, мне скажи сперва». Так они проговорили 200 лет. Тыква хорошела, лягушонок рос. Ведь не так уж важен и ответ, если есть кому задать вопрос.